Здравствуйте, меня зовут Бермет Барубаева. Я кандидатка в депутаты городского Кенеша от партии коммунистов Кыргызстана. Я уже давно занимаюсь вопросами экологии города, училась здесь в Славянском университете, потом закончила в высшей школе экономики, тоже специальность именно по госуправлению экология города. Я аналитик по образованию, и мне очень важно расширять вопросы именно городского участия жителей в проблемах города. Да, то есть я, получается, в Москве училась, работала там помощником генерального директора в ЦТИ «Фабрика», но потом решила заниматься своим личным развитием, творчеством, исследованиями. Занималась там правами трудящихся именно из Центральной Азии, да, потому что вы сами знаете, какие могут быть сложные у них ситуации. И я приехала в Бишкек буквально на 2 месяца, чтобы повидаться с родными, поучаствовать в выставке моих коллег лаборатории Си, и узнала про то, что Бишкек погрузился в просто ужасно токсичный смог, да, то, что мы заняли 1-е место в мире по уровню загрязнения воздуха, да, то есть для меня это было совершенным шоком. Я начала делать какие-то акции протеста, флешмобы, мы проводили митинги, мы делали, вот к нам присоединился Влад Тушаков, инициатива «40 матов потуши», сейчас Джапарович «Потуши», мы требуем от властей, чтобы они потушили городскую свалку, и вот так вот получается, что я просто осталась в Бишкеке, потому что мне очень важно, чтобы мы могли сохранить вместе этот город. Я чувствую, что у меня есть все компетенции, да, для этого, то есть именно как бы аналитические способности. Я могу разбираться в законах, я отстаиваю именно позицию жителей. Мы здесь также с коллегами создали Бишкекскую школу современного искусства, чему я безумно рада. И давно уже веду проект «Фудшеринг в Бишкеке», который именно проект, ориентированный на пересмотр продуктовых отходов в мире. Да? То есть люди, получается, кто-то, имея бизнес, может очень много выбрасывать продуктов, мы с ними договариваемся, передаем это в центр бездомных, в другие центры, многодетным детям. И этот вопрос именно, на самом деле, продуктовых отходов очень большой. И здесь мы тоже пытаемся его пересматривать. Поэтому я абсолютно как бы готова продолжать то, что я делаю. Но я думаю, для этого нужны дополнительные ресурсы, как мандат в городском Кенеше. Да, то, что Бишкек, он же Фрунзе, был построен при советской власти. Это именно по планированию, по советским зонированиям, да, по советскому проекту. Сейчас у нас, получается, за последние 30 лет, да, не было построено никаких вот государством особо общественных пространств, не регулируются какие-то вопросы застройки. Да, то есть сейчас без согласования с жителями в любом дворе могут застройщики воткнуть этажку, потом у самих жителей, которые потом покупают даже эти этажки, возникают проблемы, что им не дают ни красных книг, никаких документов, то есть это тоже уже как бы зреет конфликт, поэтому должен быть очень большой контроль над всем, что происходит в городе. Для меня, я считаю, что должна быть именно сильная городская власть. Депутаты Бишкекского городского Кенеша сейчас представляют интересы элит, застройщиков. Там многие сами являются, да, как бы они сами или их родственники, не знаю, владельцами компаний строительных. Этого не должно быть. Интересы жителей у нас абсолютно нарушаются. И, например, если мы посмотрим на общественный транспорт, у нас 11 маршрутов, вот я сделала запрос в мэрии, у нас 11 маршрутов общественного транспорта, 100 автобусов, 100 троллейбусов. Это вообще никак не может быть адекватно для миллионного города, огромного, по сути, уже мегаполиса,
да, который развивается динамично. То есть у нас вообще никакой нету общественной стратегии развития общественного транспорта. Должно быть именно комплексное планирование развития общественного транспорта. Нам говорят, денег нет. Но извините, вообще-то деньги есть, они именно общественные, но идет все на другие нужды, да? То есть вопрос не того, что нет денег, а именно вопрос распределения. Поэтому я считаю, что моя задача и задача моих коллег, которые нас будут поддерживать, и задача вообще жителей — это планировать город, городской бюджет именно на основе на интересах жителей, их доступу к общественным благам. Потому что, например, у нас очень большая еще проблема то, что там с бездомными, да, то есть почему мы решаем вопросы парковок, там какие-то уже более вопросы, которые не связаны с жизнью людей. Люди просто замерзают и умирают на улицах, да, почему мы не можем создать какие-то условия, чтобы как-то решать эту проблему. И проблема сейчас в том, что именно Бишкекский городской кинеш не представляет интересы людей. То есть управление городом сейчас становится политическим вопросом практически всегда. Наше первое требование — это выборность мэра, потому что сейчас мэры назначаются, снимаются, они в основном как бы представленники, да, власти выше. А нам нужно добиться того, чтобы жители сами определяли, кто будет мэром. Да, то есть это первый вопрос на повестке, благодаря чему мы можем на политическом уровне и подходить к вопросу управления городом. Потому что если жители выбрали мэра, то его как бы уже трудно снять, и он должен быть независимый. Да? И здесь, что касается, ну, вот тенденций в проблематике города, да, то есть это, ну, достаточно всем известный, как я сказала, уже общественный транспорт, также вопрос застройки неконтролируемой, то есть там уже на самом деле завязаны не только, как бы, не только мэрия, но и генпрокуратура и другие органы, да, которые постоянно друг друга пытаются перекрывать, защищать, жителям предоставляют разные отписки. И еще один вопрос, конечно, всем известный, это Бишкекский смог. Мы уже несколько акций провели. Здесь тоже вопрос именно городского управления. То, что сейчас происходит, это результат вот последних 30 лет некомпетентного управления города. И плюс, когда в угоду каких-то бизнес-проектов интересы жителей просто перекрывались, потому что все происходит не по экологическим стандартам, и это приводит к таким результатам. Сейчас очень критический момент, если мы не сможем добиться разрешения вот этого вот комплекса проблем, у нас будет ситуация еще хуже, а это влечет к очень большим проблемам, потому что все болезни дыхательные у людей, там легочные заболевания, сердечные, аллергии, онкологии, это все вот результат неблагоприятной экологии. У нас появляется огромное количество экологических беженцев, которые просто из-за того, что они не могут дышать, да, они задыхаются, им они вынуждены просто уезжать. Хорошо, когда у людей есть возможность переехать, да, то есть они могут, ну, не знаю, на Иссык-Куль, да, или еще куда-то, или к себе возвращаются в родные села, да, но или уезжают молодежь, компетентные специалисты за рубеж, что тоже, да, большая проблема, потому что человек, может быть, и хочет, и даже рад здесь как бы оставаться, трудиться, но он просто вынужден. Или люди, которых некуда переехать, да, это тоже большая проблема. В итоге они просто очень мучаются и, ну, очень много как бы смертности из-за смога. Это, ну, как смог, получается, невидимый убийца. И мы на самом деле сейчас даже не ощущаем на себе их последствий. И самое ужасное, что даже вот мы, как, ну, здоровые вполне люди, при постоянном нахождении в
таких условиях это очень-очень негативное влияние несет на годы вперед. Поэтому городская власть должна решать вопрос и должна решать его кардинально. Ну, люди, да, уже удивляются очень сильно. Многие как бы абсолютно удивлены решением идти именно от коммунистической партии, да, но, как я сказала, что город строили коммунисты. И я считаю, что именно с этой партией я готова идти на выборы, потому что с другими партиями, с неолиберальных взглядов, у нас ничего не получится, потому что способы решения у нас разные. Либеральные партии говорят, что вот отдайте все бизнесу, пусть вот свободный рынок, конкуренция, она в итоге решит все проблемы в городе. Да? То есть я с этим, с этой позицией кардинально не согласна. Именно должно быть как бы регулирование именно городских властей и плюс жителей. Бизнес мы ему позволим, да, работать, создадим как бы в рамках закона условия, но приоритет именно жителей, и все. То есть даже сами власти городские — это уже те, кто избрал сами жители. Поэтому я надеюсь, конечно, что это положительно скажется на результатах выборов. Я именно с полным пониманием дела поддержала эту партию, потому что я являюсь участницей КРКСОЦ. Это именно марксистская организация, и мы именно изучаем вопросы труда, капитала, и поэтому я, в принципе, уже очень давно этим вопросом занимаюсь и буду заниматься.